Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находятся наушники Samsung Galaxy Buds Plus. И сейчас мы разберемся, как подключить их к нашему телефону через приложение. Итак, для этого мы сначала скачиваем приложение Galaxy Wearable Samsung Gears. Потом открываем его. Нажимаем дополнительно, начать. Теперь открываем кейс наших наушников. Выбираем их, нажимаем установить соединение, нажимаем добавить, нажимаем ОК, устанавливаем еще одно приложение Galaxy Buds Plus Manager. Оно вообще почти не занимает места, потому проблем с этим нету. Возвращаемся. Нажимаем «Продолжить», «Разрешить», «Окей». Здесь Galaxy Buds Plus Manager выбираем «Доступ к уведомлениям», «Разрешить». И на этом все. Мы успешно подключились. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!